Ку-ку. Здрасте. Оп, здрасте. Она на тебя накакала? Какнула трохи. Минусы хомячка. Они какают, где хотят. Сейчас... О, смотри, куда она пойдет. Я приехала домой. Артем пришел с работы. Прыгнула с плеча. О, смотри, смотри, смотри. Держи, держи, потому что они высоты не чувствуют. Они могут, ну, хомячки. Да держи, мне надо руку пойти это. Ага. Мы тут приручаемся потихонечку, видите? Потому что вчера она на меня кричала. Кричала на меня, ты боялась меня. Сегодня уже все нормально. Я так еще и не назвала хомячка. Мне нравится имя Пуля. Мне нравится имя Юми. И Кнопа. Три имени. Юми, Пуля и Кнопа. Как назвать? Юми. Пуля. Кнопа. Лапуля. Юми, Пуля или Кнопа. Как назвать? Юми? Да. Пуля. Да нет, Пуля не. Она такая вчера была, как Пуля быстрая. Ты, шо? Все нормально, все нормально. Я контролирую. Юми, Пуля, Кнопа. Я за Юми. Юми? Да. Необычное название. А вы как? Пишите в комментариях. Ну, Маша забыла свои ключи в Киеве. И вот. Можно, можно. Надо на это выделить время. Ты видел, у него дырочка в ухе? Ты не видел? Нет. Он сидит у костра, у большого, на лопату от туши. Шашлыки сейчас жарят. Давай, ну мы очень хотели его купить. Хорошо, поняла. Сейчас все передам. Да, давай. Давай. У него дырочка в ухе. Дырочка в ухе? В правом, ой, в левом, вот в этом, да? Да. Точно. Точно, есть дырочка. Она может носить сережки. Так, все. Улыбнись. Новое видео совсем скоро. Подпишись на канал Jazz Life Pets и нажми на колокольчик.